Добрый день, дорогие друзья! Итак, я приветствую вас на моем канале, на канале Алики Мирной. Мы с вами делаем такой таро-прогноз на тему, что же ждет вас в ближайшее время в рабочей сфере. Да? Что ожидает вас на работе-то? Выбирайте колоду, и мы с вами приступим. Для тех, кто выбрал данную колоду, мы с вами смотрим, что же ожидает вас в рабочей сфере, что ожидает вас в работе. Знаете, я вам скажу так, что в работе вас ожидает на самом деле успех. То есть какая-то ваша давняя мечта наконец-то исполнится. Вы получите желаемый какой-то результат. При том, что, скорее всего, что у вас уже, знаете, как бы не было, наверное, надежды на то, что в итоге вы сможете получить ту или иную должность, допустим, или там тот или иной проект, или там зарплату какую-то. Все что угодно, да, связанное с работой. То есть вы уже как бы потеряли там веру в это. Но так или иначе, мечта все равно оставалась мечтой. И в итоге здесь что получается? То, что было, скажем так, поставлено на паузу, то, что не имело какого-то развития, наконец-то сдвинется с места. Наконец-то что-то начнет воплощаться. И вы получите то самое, о чем вы так мечтаете. Какой-то период времени, знаете, вот так должно было быть, что все как-то запутано, неясно, непонятно, ситуация подвешенная, то есть ни туда, ни сюда. Ну вот по повешенному, все, вот человек является здесь жертвой каких-то обстоятельств. Он не видит в данном случае, не видит каких-то возможностей. Но кто-то поспособствует тому, чтобы вы из этой ситуации, из этого положения вышли. Да? То есть кто-то даст вам определенный сигнал. Что нужно делать, как нужно делать, кому лучше обратиться. Или здесь как будто бы вы получаете какую-то информацию и понимаете, как вам с этой информацией быть, да, то есть вот как ею воспользоваться. И это будет что-то очень успешное для вас, потому что вы таким образом сможете реализовать мечту. Для тех, кто выбрал данную колоду, смотрим, что же ожидает людей в рабочей сфере. Ой, видите, как выпрыгнула, аж испугалась. Сейчас, секунду. Смотрите, здесь какая ситуация. Я вижу определенный какой-то коллектив. Коллектив, в котором есть четко мужчина, две женщины. Ситуация очень такая, знаете, запутанная. Потому что, с одной стороны, этот мужчина, он относится что вот к этим женщинам вроде бы как одинаково. Вроде бы они для него все равны. Но в то же самое время, здесь есть... я вашу фигуру вижу королевой жезлов. Если смотрит мужчина данный расклад, то королева жезлов характеризует именно вас. Тогда мы говорим по поводу того, что здесь есть еще мужчина и дама. Да, то есть вот эта вот пара.
Я вижу, какую здесь ситуацию, что вот этот мужчина, он относится к этим двум людям одинаково. Но за глаза здесь происходит какая-то ситуация достаточно непонятная, потому что вот эта женщина, да, она выступает против вас по разным каким-то причинам. Она хочет одержать победу, при том нечестным путем, воспользовавшись какими-то уловками, пересудами, вот как будто бы она хочет вас подставить. И у вас вообще на сегодняшний день может быть выбор либо остаться на этой работе, либо уйти. И человек, который вот за вашей спиной, вот этот король мечей, который вроде бы как бы к вам на равных, вот, ну, он вас видит вроде бы на равных и относится к вам якобы на равных, точнее одинаково, да, он как бы выше вас, но вот он к вам как-то вроде одинаково относится. На самом деле он, это отношение не такое, он к вам тоже относится, ну, я бы так сказала, не очень хорошо. Он с этой женщиной больше может, знаете, как-то конфликтовать, но они больше приходят к общему знаменателю, и вот они на одной волне в итоге. А вот с вами, да, вы ценный сотрудник, да, с вами есть достаточно крепкий союз, такой уже давний союз, но вот что-то он не, с вами не может сработаться, знаете, есть какой-то стопор. И здесь какая ситуация получается, что вот эта дама, она плетет против вас какие-то определенные интриги, и она будет их плести, будет всячески стараться сделать так, чтобы вы ушли. Но у вас будет в работе перемена. Притом достаточно неожиданно, и при этом вам не придется прилагать каких-то особых усилий. Так сложатся обстоятельства. И в итоге вы получите на работе признание, вы получите то, что вы хотите. И вот эти двое, да, вот эти двое из ларца, им предстоит определенная дорога. Да, то есть, может быть, это будет как уход, может быть, это будет, я не знаю, там перемена какая-то, но у вас выпадает другой человек еще здесь. И вот он для вас, вот вы с ним будете работать не с этими двумя, да, а вот с еще каким-то королем. У вас будет достаточно сильный, крепкий, плодотворный союз. Слушайте, ну целая история получилась. Вот так вот. Так, далее давайте посмотрим с вами, что же ожидает людей в рабочей сфере, тех, кто выбрал данную колоду. Итак, что же ожидает людей, кто выбрал данную колоду? В работе. Знаете, здесь у вас будет какая-то перемена в работе, при том вот такое впечатление, что вы или о ней сейчас не догадываетесь, или мало верите в это. Но вот, возможно, вам придется сменить какой-то коллектив. То есть тут какая-то будет у вас однозначно перемена. Сейчас вы работаете, возможно, не одни, то есть потому что мы видим тут вот несколько людей трудятся, выполняете что-то. И здесь у вас будет смена коллектива какого-то. При том, что это может быть связано, почему вы поменяете коллектив или работу даже поменяете, потому что нет ресурса. На самом деле работать вы можете много, а по факту не получаете чего-то, не хватает денег на самом деле. И вот здесь вы пока что строите, вот вы знаете, как-то даже вы улучшите свое материальное положение, поменяв вот эту работу, поменяв коллектив, может быть, вы перейдете, да, там с одного отдела там в другой, к примеру, и будет у вас там больше зарплата, и материально вы будете довольны. То есть вот здесь идет перемена однозначно. Вы будете больше получать денег и меньше будете как-то работать. Сейчас вы работаете много, но получаете как-то мало. А перемена будет такая, что вы будете как меньше работать, но получать будете больше. Вот я так это вижу.
опыт у вас уже есть. Но на самом деле вы как будто устали. Вы понимаете, что все как-то валится, что эта работа не приносит уже того удовольствия, которое было раньше. И надо что-то в своей жизни однозначно менять. Но у вас в целом все получится. Пока что вы не представляете и не понимаете, как это будет, как эта, скажем так, ситуация разрешится. Но всему свое время. Шаг за шагом вы подойдете к определенному рубежу, и вот эта перемена, она произойдет. Притом произойдет она быстро. То есть сейчас, может быть, все как-то еще тянется, а потом будет как быстрое, стремительное развитие событий. Но для вас это будет работа какая? Это будет работа хорошая. Это будет работа хорошая. Вы будете довольны. Вы будете довольны. Так что не переживайте. Но здесь будет, видите, перемена определенная у вас. Вот такой у нас получился с вами прогноз. Я благодарю вас за внимание. Кому понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Мне всегда приятно. Всего доброго вам.